Приветствую вас. Дело в том, что все люди, в принципе, вырастают на сказках, на мой взгляд. Все абсолютно. То есть нет такого человека, который не рос на сказках, на мой взгляд. То есть у любого ребенка так или иначе в детстве были какие-то сказки. Если ему в детстве сказки не читали и не рассказывали, то он, соответственно, там, ну, не знаю, например, мультики, да, допустим, он там рисовал, он фантазировал что-то сам, вот, понимаете? То есть здесь, ну, вот такой аспект, в принципе, может быть. И я думаю, что любой человек все-таки на сказках так или иначе вырос. Вот. Но есть одно но. На мой взгляд, существенное но — это то, насколько сказки интегрированы, насколько сказки интегрированы в человека, а то есть насколько сказочность интегрирована в человека, то есть насколько сказочность изменяет именно человеческое представление, да, о мире, насколько сказки делают искаженным восприятие человеком мира. И, соответственно, если достаточно сильно, то получается, что человек в известной степени идеализирует мир, идеализирует людей, идеализирует какую-то, ну, какую-то, может быть, сферу деятельности, да, и так далее, вот, и за счет этого, за счет идеализации возникает последующая деидеализация, то есть последующая, вот, собственно говоря, проблема, скажем так, вот, о чем и, собственно, свидетельствует тот факт, да, о чем свидетельствует тот факт, что человек перестает верить в чудеса. Вот. Ну, то есть, вот, здесь пишете, да, перестает верить в чудеса, правильно. Ну вот, в принципе, такой момент, в принципе, такая история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, если вы сделаете лучший мой ответ. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что свой ответ вы получите рано или поздно. То есть, это не здесь, потому что здесь непонятно, не очень понятно. Вот, если не здесь, то хотя бы где-нибудь еще, либо в личной работе со специалистом. Вот. Всего вам доброго.